Около 5000 человек собрались на ночное пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Божественную литургию возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. За несколько минут до наступления полуночи митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вместе с паломнической группой доставил из Иерусалима сошедший в храме гроба Господня благодатный огонь. Самолет с этой святыней пролетел практически по всей территории Узбекистана, начиная от Каракалпакстана и до города Ташкента. После раздачи молящимся благодатного огня правящий архиерей возглавил крестный ход вокруг храма с восклицаниями «Христос воскресе, воистину воскресе». Принесите вот этот благодатный огонь в свои жилища, освящайте их и приносите радость воскресения Христова, потому что огонь божественный, который мы сподобляемся воспринимать в Великую Субботу, это есть свидетельство, доказательство того, что воистину Христос воскрес. Затем были совершены пасхальная утренняя и божественная литургия. В эту пасхальную ночь первые 5 стихов Евангелия от Иоанна были прочитаны на церковно-славянском, латинском, греческом, узбекском и английском языках. Благая весть адресована всем людям, и каждый может наследовать Царствие Небесное, если выберет жизнь со Христом. К счастью, в эту ночь приступило более 200 человек. После этого таинства и замвонной молитвы архипастырь осветил артосы, пасхальную выпечку, а также раздал прихожанам пасхальные яйца.